Очень важный вопрос. Что вы делаете при отказе от вашего бизнес-предложения? В любом случае, в сетевом маркетинге и вам, и вашим партнерам придется иметь дело с отказами. Потому что для кого-то в целом сетевой в новинку, а кто-то уже сотрудничает с какой-то компанией или проектом. И, естественно, среди тех, кто уже где-то зарабатывает, будет самое большое количество отказов. И здесь возможны два варианта. Либо вы расстаетесь ни с чем и перебираете людей дальше, либо предлагаете человеку реальную пользу для развития его бизнеса, зарабатываете на этом. Плюс у вас сохраняется с ним дальнейший контакт. Одно дело, когда через полгода, год вы нежданно-негаданно звоните или пишете: «Ну что там у тебя? Все в порядке вообще? Случайно не надумал ко мне в команду прийти?» И совсем другое дело, когда у вас есть что-то общее, да которое еще и без усилий дополнительный доход приносит, хотя каждый из вас продолжает работать в своем проекте. В результате вы всегда сможете поинтересоваться, как у него в бизнесе это работает, помогает ли продвижению и так далее. То есть у вас есть отличный повод поддерживать связь, возможно, ненавязчиво иногда про свой основной бизнес рассказывать, делиться результатами, спрашивать, как у него дела. И кто знает, возможно, в дальнейшем ситуация поменяется, и человек станет вашим партнером. Как видите, этот вариант гораздо интереснее. Теперь осталось определиться, что действительно ценного можно предложить, и так, чтобы это каждому было доступно по стоимости. Давайте подумаем, что интересует каждого сетевика. Естественно, где, как, с помощью чего, какими инструментами продвигать свое предложение. Это касается и новичков, и даже профессионалы постоянно ищут что-то новое. Для решения этих задач вам будет что предложить. Также очень важная и даже первостепенная задача – это правильная работа с партнерскими ссылками. Многие об этом даже не задумываются и не подозревают, что, оказывается, можно еще и неправильно использовать ссылки. На самом деле крайне нежелательно, когда вы работаете теми ссылками, которые дает сам проект или компания, партнерская программа. При их использовании есть несколько очень серьезных минусов, из-за которых вы гарантированно теряете партнеров время и деньги. И также есть решение, которое помогает избежать этих минусов, грамотно работать со ссылками, зарабатывая гораздо больше за те же самые действия. Как это сделать, мы скоро подробнее поговорим. Для этого есть отличный сервис, у которого помимо реальной пользы есть пятиуровневая партнерская программа. Так вот, в чем смысл? Вы начинаете сами использовать это решение, предлагаете его своим партнерам, чтобы у них тоже все было хорошо, и тем, кто отказывается от вашего основного предложения. Их будем выделять красным цветом. В свою очередь, ваши приглашенные предлагают сервис уже своим партнерам и тем, кто у них отказался. Эти люди своим и так далее. То есть перемешиваются люди с разных проектов, постепенно структура будет разрастаться и приносить дополнительные быстрые деньги, которые можно использовать, например, на развитие основного бизнеса или, как говорится, на поддержание штанов в начале пути. Это тоже очень важно, у новичков часто пропадает мотивация, если более-менее ощутимый доход по маркетингу начинается в перспективе или наоборот накопительный маркетинг. И вот чтобы из-за этого не терять партнеров, обязательно нужно предложить им дополнительный доход, который вообще никак не отвлекает и не мешает развитию основного бизнеса. Здесь же наоборот мы сейчас поговорим о двух сервисах, которые только усиливают основной бизнес. Их не стыдно порекомендовать другим людям, и как вариант их можно использовать как повод для общения с любыми сетевиками. То есть вы не в лоб делаете предложение, а наоборот, начиная с полезности для его бизнеса. А затем уже по ситуации предлагаете свой основной бизнес. Это тоже очень хорошо работает. Итак, переходим в режим демонстрации экрана. Первый сервис для работы с партнерскими или любыми другими ссылками, называется он Superlink. Обязательно посмотрите вот эту видеопрезентацию, в ней очень подробно рассказывается о всех минусах использования тех ссылок, которые предоставляются проектами. И, естественно, как сервис помогает их избежать. Сейчас не вижу смысла еще раз все это озвучивать в текущем ролике. В этой презентации все очень подробно рассказано и про сервис, и про партнерскую программу. Не пожалейте времени, чтобы один раз разобраться и потом всю жизнь работать со ссылками правильно. Стоимость сервиса для работы с двумя доменами, на каждом из которых вы можете создавать нужное вам количество ссылок,
то есть для всех своих проектов, всего-навсего 150 рублей в месяц. Это просто копейки по сравнению с тем, сколько денег вы теряете, используя обычные ссылки. Потому что вы теряете не только конкретных партнеров, а еще и всю структуру, которая за ним могла бы прийти, а там уже более серьезные деньги. Поэтому используйте обязательно. Второй сервис называется «Бизнес-коллекция». Здесь собрано и структурировано более 1000 различных сайтов, сервисов и материалов для продвижения любого вашего бизнеса. Большинство сервисов рекомендуют профессионалы в своей области. Мы постоянно отслеживаем актуальность информации и по мере добавления каких-то новых стоящих материалов добавляем их в коллекцию. Также в видеопрезентации все рассказано очень подробно. Ниже есть список разделов коллекции. Каждый можно развернуть, посмотреть подробное содержание. У каждого сервиса есть описание, для каких целей он применяется. Но все ссылки будут доступны после оплаты. Разделов достаточно много для разных задач. Причем здесь не нужно пытаться все сразу применить. Допустим, у вас появилась задача рекламу дать. Открываете раздел для рекламы и выбираете сервисы. Нужно e-mail рассылку сделать или видео смонтировать, презентацию сделать. Открыли соответствующий раздел и выбираете наиболее подходящие сервисы. Не умеете видео создавать или что-то еще, для этого есть бонусные разделы с обучающими материалами. То есть здесь было бы желание. Стоимость доступа к бизнес-коллекции 570, сейчас идет акция 470. Это разовая оплата за пожизненный доступ к материалам, которые всегда будут у вас под рукой, помогая в решении различных задач бизнеса. Хотя, конечно же, можно и методом тыка искать, то на вирусы натыкаясь, то еще на что-то, но какой смысл, когда есть уже готовое и проверенное? По партнерской программе также есть информация. По 200 рублей вы зарабатываете с каждого лично приглашенного. И по 50 вам приносит каждая оплата со 2 по 5 уровень. Ниже есть интересная анимация, которая показывает потенциал дохода, если каждый в среднем приглашает всего по 3 человека в месяц. Понятно, что это идеальный расчет, и кто-то всего одного пригласит, а кто-то и 10, и 20, и больше. Поэтому в среднем по 3 это вполне реально. И даже если у вас получится за год 10, 20 и даже 100 часть вот этой потенциальной суммы, все равно это хороший, быстрый дополнительный доход, который никому не помешает. В итоге еще раз представим общую картину, какие выгоды получаете и вы, и ваши партнеры. Сервис Superlink позволяет профессионально работать со ссылками и перестать терять партнеров время и деньги. Бизнес-коллекция поможет в продвижении вашего бизнеса. Вы можете сохранить контакт и диалог с теми, кто отказался от вашего основного предложения. В дальнейшем кто-то из них наверняка станет партнером. Вы и ваши партнеры зарабатываете дополнительные быстрые деньги, плюс вы можете использовать сервисы как повод для общения с любыми сетевиками. Это вот основные выгоды. Ссылки на сервис и коллекцию есть в описании к этому видео. Переходите, изучайте информацию более подробно, регистрируйтесь, применяйте и рекомендуйте. На каждом сайте есть рекламные материалы. Плюс вы можете у себя на канале, на сайтах, в соцсетях использовать вот этот же ролик, который сейчас смотрите, разместив под ним уже свои ссылки на сервис и коллекцию. Действуйте! Успехов!